вы, ребята? Да, подрывник! Я не слышу! Ты придурок! Придурок! Что? Бубеночек! Берёт тебя, парня! Бубеночек! 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 Получайте, ребята! Угощайтесь моим виноградом! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Эй, Бомо! Это он, хлебный ворюга! Ларёчный похититель! Полиция, Сири, сдавайся! Реакция как у забора! О, моё любимое междуножное пирожное! Ну что, ЗВДВ? Лови летающие слои фото! Он подбил нас, Хьюстон! Полиция, Сири, на помощь! Я каменщик, работаю без выходных, мой телефон мегафон! Ты чё, дурак, блядь? Was that the bite of 87? Разведчик! Ну, погоди! Всем привет, с вами Пироман Новосник, и сегодня мы будем учиться играть самому игру. $5000. И что самое приятное? Это может случиться несколько раз. Жирати Снайпер запретили играть в игру и начали играть. Я сейчас потрошу этот сраный! Что? Ты чертовый идиот, Снайпер!
И снова привет, с вами Пироман Новосник. Мы смотрели эфир в городе Абитауне. Что за хуйня? Блять! Получи! Ну ах ты, Чарльз! Не могу! Агенты, мы должны положить конец его злодеяниям. Солдат! Они позволили ученому сбежать от шпиона. Нет, медик! Был бы он здесь, мой совершенный понг, гончий его бы учуял. Молодец, мусорный бак. Поджигатель! Ты должен изобрести прибор, который позволит обнаружить шпиона под любой личиной. Мы закроем тебя в лаборатории, чтобы он тебе не помешал. Код будет знать лишь одна особа. Не зови меня шеф! Я в этой команде, чтобы убивать таких дурней, как вы! За что, солдат? Ты идиот! Пулемет 2! Офигеть! Этот чертов солдат с ума сошел! Ну что теперь, медик? Найн! Я не медик! Я сексик! Доктор! У меня есть идея! Медик! Док! Чувак! Помогите! И больше никаких хитростей! Вот и прекрасно! Ты же сдохнешь, инженер! Ну что, получил? Внимание, друга обнаружен. Я вам мусор выну! Через нам! Ну что ж, залезайте. Спасибо, приятель. Ну что, попались? Кто из вас дуболомы всех сбежали от меня? Ну ты мудак, шеф. Ты заморозил мою вертолет, ты жалкий подонок. Молчать! Если бы ты хотел, чтобы вы жили, ты опозорил меня. Я тебя поубиваю, ничтожество. Ну нападай. Я же тебе рукопашню сделаю!
Не могу поверить! Так и ты это замочил! Чертов солдат шеста! Ну, надеюсь, я его покончил. Он никогда не выживет. Спасибо, сынок. Хорошо, что солдат не убил нас, приятель. Да-да.